Всем привет! Вы на канале Чудо-огород. Коротко и ясно. С вами Лариса. Показываю вам свою плантацию. Первый раз после дождей она приобрела нормальный красивый вид. Это не картошка, это помидоры. Здесь около 50 сортов. По 2, по 3 кустика, некоторых по 6. Очень скоро буду подкармливать и привязывать. Это практически все высокорослые сорта. Ну а сейчас буду полоть и рыхлить междурядье. Вот такой вот объем работы в этом году я себе наметила. Но зато будет такая красота в августе. И это будет необычно, потому что сорта все красивые. Вот это персик розовый. Все пронумерованы, томатики. Потому что запомнить их, конечно же, нереально. Вечереет солнышко. Прячется, дождя нету, птички поют, буду работать. Вот такой вот вид томатов. Все хорошие, все красивые. Надеюсь, что и урожай будет тоже. Уже начинает зацветать. Пока.